Друзья, привет! В этом уроке мы научимся рисовать портрет кошки на темном фоне. Эту работу мы будем рисовать гелевыми мелками. При подготовке видео использовалась продукция Artberry, производство компании Эрих Краузе. Это мягкие мелки на гелевой основе, круглый пластиковый корпус с выкручивающимся механизмом. Для этой работы нам понадобится альбомный лист белой, черной и копировальной бумаги. Берем белый лист бумаги. Начинаем с композиционного размещения овала будущей головы на листе. Теперь нарисуем две кривые линии тела кошки. Намечаем уши. Вертикально и двумя горизонтальными линиями отмечаем центр головы и расположение глаз. Вписываем два круга между горизонтальными линиями. Это будут глаза. Нарисуем зрачки. Дальше рисуем нос. Намечаем самую выпуклую часть мордочки. Рисуем два круга. Добавим ротик. Нам нужно уточнить форму мордочки. Сделаем ее немножко заостренную к низу. Намечаем толщину каждого ушка. Наш эскизный рисунок готов. А теперь берем темную бумагу, поверх нее ставим копировальную бумагу и сверху рисунок кошки, так чтобы копировальная бумага была между листами. Карандашом обводим контур готового нашего эскиза. Переносим копию нашего рисунка на черную бумагу. Все готово, контур кошки видно. Теперь можем приступать к самому интересному – раскрашиванию кошки. Наносим контуры и детали кошки белым гелевым мелком. Сначала закрасим шерсть белым цветом на всей мордочке и на теле у кошки. Нанесите штрихи шерсти разной длины и плотности. Чтобы создать участки светлее, белые линии должны перекрывать друг друга. Темные участки пока не закрашиваем. У нас получилась черно-белая работа. Следующий этап нашей работы – раскрасить кошку в разные цвета. Вводим цветовые пятна. Голубым мелком рисуем контур, закрашиваем глаза и немного шерсть. А дальше рисуем шерсть кошки разными цветами. Используем всю цветовую гамму наших мелков. Вводим оранжевый цвет, желтый, салатовый и красный. Мы будем делать условную передачу цвета шерсти. Это когда окраска нашей кошки может не соответствовать окраске реальной существующей. Наша героиня будет яркой и красочной. Вы можете красиво и оригинально раскрасить кошку, так как вам нравится.
Посмотрите, какая у нас получилась интересная, яркая и красочная кошка. Спасибо всем, кто досмотрел видео. Обязательно подписывайся на канал и оставляй свои комментарии. До новых уроков. Пока!